В Сургуте ищут злоумышленников, которые накануне повредили 11 надгробий на Чернореченском кладбище. Пост с фотографиями бесчинств в социальные сети выложили сами жители города, возмущенные произошедшим. Администрация кладбища обратилась за помощью к полиции. Сегодня по факту беспорядков на могилах возбудили уголовное дело. Пока личности хулиганов установить не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации, надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц.